Всем привет! Пока Лёха подготавливает свой магнит к поиску, я решил проверить, что будет, если приклеить магнит к железному мосту, такому толстенному. Давайте посмотрим, смогу ли я его оторвать. То многие люди беспокоятся перед покупкой магнита, как его потом оторвать. И переживают, что они его не оторвут, из-за этого не покупают. Давайте посмотрим, как его можно оторвать. Вот такой магнит на 200 килограмм, вот чтобы не соврать. Вот здесь вот набито 200, не знаю, видно, нет? Давайте попробуем. Фух, ну с Богом. Лёх, ты если что мне поможешь? Я прям силач. Оторвал магнит на 200 килограмм. Так что если вы хотите купить поисковый магнит, но боитесь, что он у вас за что-то прицепится, прилипнет, и вы его потом не оторвете, то не переживайте. К тому же здесь еще есть ремболт. Если я руками смог оторвать, то ремболтом тем более. Но правда здесь еще толстый слой краски. Если бы краски не было, я бы скорее всего так бы не оторвал руками. Только ремболтом. Так что, всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кому понравилось мое видео. Всем пока.